Время 4 утра, и мы выезжаем домой, чтобы по холодочку успеть проехать хоть сколько-нибудь. Хотели найти круглосуточный магазин, полчаса на это потратили, но не нашли. Ну и ладно, пофиг. Поедем так. На сей раз Ростов мы проедем стороной. Ну все, держим курс на Тамбов. Ну что же, так как сегодня мы не собирались в дорогу никогда. Сколько лет я бронировала на букинге жилье, и такого не было никогда, ни разу. Шахтинский. Остановились на зеленую стоянку, вернее на заправку. Прикупили кое-что перекусить, потому что в Таганроге в 4 утра мы не нашли ни одного круглосуточного магазина. Потеряли полчаса, а сейчас зато стоим на заправке. Вот с таким вот видом. Кстати, вот такая дымка вдали по всей Ростовской области. На улице еще не так жарит сильно. Вон виднеется М4. Ну что, трогаем дальше. Время около 7 утра, вернее 7 утра. Едем в сторону дома. Легкий перекус и в путь. We'll be right back.
вот и начались Воронежские леса. Через 2 километра сворачиваем 54. Да, город почти ровесник Тамбова, а такой маленький. Ура, мы дома. Приветствуем вас в Тамбовской области. Дом, милый дом. На 200 км одна заправка с неработающим туалетом и кафе закрыт на карантин. Зашибись. Едем дальше. На горизонте уже виднеется обидная Тамбова. Так мы не нашли, где перекусить. Тамбов. Чистый, вонючий, грязный, какой угодно, но Тамбов. Сколько лет я бронировала на букинге жилье, и такого не было никогда, ни разу.